Роса. Я с радостью по возможности практикую учения. Вот уже год, как у меня не получаются дела финансовые или не присылают заказные товары. Деньги не возвращают, никогда раньше такого не было. Должна уже быть удача и везение после практик, но как-то наоборот. Может, вы нам дадите совет? Сказал раньше, выбирайте для себя путь не сжатия, а расширения. Расширяйте себя, расширяйте и нравится бизнес, и хвалите себя, говорите, вот я молодец, молодец. Берите четки, каждый день утром читайте, я молодец, я молодец, я молодец, я молодец, я молодец, я молодец, я молодец. А потом, почему я молодец? Неважно, я все равно молодец, молодец, молодец. Если вы хотите, чтобы очень много людей у вас покупало, ставьте себе задачу похвалить как можно больше людей. Говорите, вы молодцы. И молодцы, что есть. И молодцы, что такое видео. И молодцы. И вот молодцы. Не спасибо, а пишите. Вот молодец. Вот хороший. Вот чудо. И это все. И не сжимайтесь. Чем больше сжатий у человека, тем меньше он дает для себя или создает для себя возможности. Не бойтесь. Не бойтесь делать бизнес, не бойтесь, что не отдают, не бойтесь. Все плохое отпускайте, всему хорошему радуйтесь. Это и есть золотые такие прекрасные слова, которые 100% изменят вашу судьбу. И ваши отношения, и ваши доходы. У меня черная полоса длится уже 5 лет. Когда она закончится? Когда закончится у вас черная полоса? Она закончится у вас в 2023 году в январе. О.